нельзя ходить ферзь А3 за слон H7 шах, как мы уже видели. С вами и ферзь потом теряется. А, наверное, Виши приготовил что-то вроде ферзь B4, ну и белые могут пойти H3. А может быть, самый точный ход может быть вот в этой вот позиции, просто пойти H3, профилактический ход такой сделать. И белые сохраняют все козыри своей позиции. И сделали заодно форточку. Это вот как раз Саша Грищук предлагал такой ход. Ну, в общем, тут ходов много. Позиция такой носит характер. Что белым главное не дать черным освободиться ходом где-то e6, e5. Вот это, пожалуй, главная проблема, главная задача белых. Главная забота белых, я бы сказал так. А пока что белые думают. Время, кстати, сравнялось неожиданно, я вижу, по часу у обоих. Что-то Борис слишком уже ответственно подходит. Не, ну он считает, потому что c5, во-первых, выигрывает ферзя. c5 выигрывает ферзя. Но выигрыш ферзя, это еще не есть выигрыш компании. Да, нет. Я думаю, что он так не сыграет. Потому что dc конем, да, или ладьей? Ладьей надо брать, слон h7 шах, да. Я тоже прикидывал такой вариант, типа конь бьет h7 или король бьет h7, может быть, даже. Ладья бьет d6, ладья бьет c1, шах, ладья d1, ну и типа ладья c8, или даже бить. Ну, это большие шансы на ничего. Ну, надо сказать, что если белые консолидируются, может, они постепенно и выиграют, потому что пешка А, если без пешек А, это просто битая ничья. Ну, без пешек А, понятно. Да, но при пешках А, на самом деле, у черных, наверное, довольно тяжелая позиция, но я думаю, что так, конечно, Борис не сыграет. Ну, и большие шансы на ничего, тем не менее. Да, реальные, конечно. Реальные. Ну, вообще, вот если можно, верни ферзь d6. Здесь? Да, я хочу сказать, что Ананд пытается выстроить так называемый каттеначо, то есть у него сейчас все фигуры будут футбольный термин сзади, а впереди он хочет вот единственного форварда Вьери выдвинуть, то есть сейчас пытается играть ферзь b4, ферзь a5, то есть по большому счету непонятно, что черные этим добиваются, ну да, вот такой форвард бегает спереди, а сзади каттеначо. Да, немножко мутить воду. Ну, скажем, на h3, я уверен, что ферзь b4 последует. А нет ли смысла белым с этим сыграть a3 пока, заманивая черных? Ну, a3 может быть король h8, что это такое, но слон b1. Кстати, интересный ход a3 может быть. А вот ход интересный a3, да. Не пускаю черных на b4, разрушая все катеначо, или весь катеначо, и заманивая в ту же самую ловушку, что мы уже разбирали, ферзь b3, слон h7, шах. Ну, тоже возможно. И смотрите, как мы на пару проявили гениальное совершенно профилактическое мышление. Я объяснил Илье, что хотят черные, от чего нужно защититься, а Илья мгновенно сказал, как это сделать. Ну, я как раз минуту назад говорил, как раз, что ферзь b4 — это черных план, как бы главный. Итак, пытаться ферзем одним, что-то там пытаться... Ну, а3 хоть не обязательно, он неплохой наверняка и не портит погоду, может быть, даже хороший. Кстати, на А3 я имею в виду, что если черные пойдут король H8, возобновляя там при случае угрозу, то белые могут просто, например, отойти слоном, наверное, на B1. И как-то, ну, все проблемы у черных остаются. Решить их будет непросто. Сами слушайте, может, лучше-то и на F1 уйти? Может быть, и на F1. Ну, выбор большой. Да, на F1 тоже хорошо. Где-то C5 там, да, пограживая. А на E5 слон G3. Или C5 все равно, да, C5, на E5 все равно, разгромом, все равно C5 с разгромом, да, может быть. А3 ход неплохой, лишая черных, может быть, даже тех мелких возможностей контр-игры. Да, может, это лучший ход, и, кстати, это будет довольно тонкое решение. Ну, я же, конечно, не уверен, что этот ход правильный, но да, если это так, то это довольно тонкое решение, такое красивое позиционное решение. Ну, в общем, будем ждать. У Бори понятно, над чем думает Гельфанд, у него очень большой выбор. Как бы он, только он, конечно, может при случае все-таки какой-то недостаток времени начать испытывать, потому что он, ну, уже обогнал Ананда по затраченному времени, хотя был на 30 с лишним минут впереди. Ну да, собственно, на d6-то ферзь расположен неудачно, он под все удары попадает, просто это как перевалочный пункт идти, и вот, да, не пустить его. Ну, а мне ход самому нравится. Вот самый тонкий ход матча пока что. Это уже комплимент. Так, но не знаю. А3 ферзь c6, возможно. Ну, ты уже взял и c5, по-моему, то же самое. Скорее всего, форсированный выиграл. Ну, близко, по крайней мере, да, к этому. То есть мы хотим сказать, что, например, а3 ход, ферзь c6. Давайте покажем на доске. Тогда я бью на c6. Ладья бьет c6 и c5. Конечно, не 100%, но похоже на выигрыш. Слон b5. Так. Нет. C5.
Борис сразу пошел c5. Вот это интересно. Что, неужели он хочет выиграть ферзя там? Ну а что еще? Bc, ну, наверное, dc надо бить. Да. Или bc, конечно, может быть, слон, слон b5, вот безумие, cd, просто он f6, gf там будет. Значит, dc надо бить. Слон g3 может быть, но это вряд ли. Ну, что-то нет смысла. Надо... Что-то он... Не знаю, не знаю. Ну давай, значит, наберем bc, dc. Ладья бьет c5, наверное, тоже надо пойти. Так, ну, видимо, ну, не надо бить. Слон h6 сначала. А, нет, это ничего не это, дает. Только хуже. Только хуже. Слон h7 шах здесь. Король бьет h7. Вот нам приходит гость. Гость в студии. Здравствуйте, это Натан Щеранский. Натан Щеранский. Здравствуйте. Сейчас он глава Сахнут тут в Израиле. Был в прошлом министром, по-моему, в правительстве Израиля. Ну, в России, наверное, человек достаточно известный. И очень большой любитель шахмат. Играл в сеансе с Каспаровым, я помню, в 96-м году, по-моему, в Израиле. И даже выиграл у него. Что, я помню, Гарик Ильич был тогда очень раздосадован этим фактом. Да, но я его успокоил, сказал: Гарик, у тебя же не было возможности тренироваться 9 лет в советской тюрьме и играть в шахматы в голове. Ну, что ты хочешь? Да, иногда и тюрьма может сказать, помочь. Наверное, помочь в чем-то. Да. Что вы скажете про позицию, как ваше мнение? Ну, я не видел, к сожалению, начала партии, я пришел с ну, встреч, тем, да. Тем лучше. Но, да, тем лучше. Вот уже сыграно БЦ. Мне кажется, что есть очень маленькое стратегическое преимущество у белых. Вам так кажется? Да. А вам так не кажется? А до этого нам казалось, что преимущество было стратегическое большое, нам казалось. Да, но вот стало маленькое. А маленькая. Вот сейчас Гельфанд Борис пошел, решил тактическим путем его трансформировать. Жалко. И преимущество он сохраняет. Но вот мы с Сашей как бы думаем, может быть, он продешевил немножко. Так мне тоже кажется, что два хода тому назад я видел, что он понемножку наращивает позиционное преимущество. Да, ну вот эта позиция у него и была вот, очень, а очень сейчас шикарная. Он перешел на тактику, да? Ну, да. Возможно, ему удастся реализовать лишнего ферзя, который намечается. А что? Вот пока такая позиция на доске. И мы имеем в виду, что если белые бьют на c5, черные, точнее, бьют на c5, да, белый бьет слон h7, да, шах, да. Король бьет h7, ладья бьет d6, да. Ладья бьет c1, шах, ладья d1. Ну и позиция в пользу белого, безусловно, даже может быть большой перевес. Но в то же время и у черных, очевидно, хорошие шансы. Ну, и надо сказать, что это игра Ананда. Вот он очень любит так сейчас, может быть, конями так, прыгать. То есть вы думаете, он действительно будет жертвовать ферзя сейчас? А, безусловно. Трудно сказать, что еще можно предложить за него. Ну, я думаю, что да. И вот эта позиция, она... Можно только конь Е5 пока включить, я не знаю, имеет ли смысл. Конь Е5? А, нет, конце. В конце? А, в конце, в последнюю секунду. Мне кажется, вот в этой позиции. Слон H7, да. Король да. H7, ладья бьет D6, ладья C1, ладья D1 и конь Е5. Ну, ферзь C2, ну, да, ну, я, это ничего реально не меняет, ну, просто говорю, что можно включить. Ну, да. Нет, да, но все-таки у белых-то. Не, у белых лучше. Лучше. Из-за вот этих пешек, а 2 и А7. Да. Если бы этих пешек не было, то битая ничья была бы. А, смотрите, он пошел сейчас, он ладьей побил. Ну, что мы и предполагаем, что мы и предполагаем. То есть он так и пошел на жертву. Да, мне все-таки кажется, что белые продешевили. Такое мое мнение. Серьезно? Если мы что. А может быть, что-то не видим, но вроде бы мы все видим. То есть вы считаете, что у него было бы больше позиционное, намного больше позиционное преимущество, если бы он не пошел на этот выигрыш ферзя? Нам так кажется, да. Нам так Саше кажется. Интересно. А вы первый день сегодня на матче, да? Первый и последний. Ну, как ваши такие вот самые свежие впечатления об организации и вообще об обстановке? Слушайте, организация замечательная. Я, во-первых, я не могу сказать, что я ветеран таких матчей. Я помню, когда был Каспаров и Карпов играли. Да. Я был в тюрьме. Ага. Я болел за Каспарова, естественно. А мои тюремщики болели за Карпова. И они включали мне радио, чтобы я услышал, какая отложенная позиция, чтобы я им объяснил, у кого преимущество. Поэтому по сравнению с теми условиями, сегодняшние условия просто изумительные. Но они вам, наверное, за это какие-то делали поблажки? Да, ну, конечно. Само то, что включали радио, чтобы я мог слышать радио, это уже поблажка. Да, да, да. Но, нет, организация изумительная. Что касается самой игры, как я ее наблюдал из Израиля. Вот пока что, я извиняюсь, вас перебью, этот вариант, вы были правы. Ну, он просчитывался как бы. Да. Вот этот вариант, пока на доске вещи думает, конем, ну, конем он вряд ли собьет. Скорее всего, собьет королем. Королем. Ну, более централизованным. Мне кажется, можно вспомнить Крылова. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Вот. Многих пленил этот самый пресловутый сыр, а потом холестерол там повышенный и так далее. Ну, интересно, то есть вы считаете, что Ананд соблазнил его на это? Да, он спровоцировал в какой-то степени. Я думаю, мне так кажется. Ананд, он очень
Нельзя недооценивать его, в том числе и коварство шахматное такое, хитрость. Ну, это в каком-то смысле, это чуть ли не первый раз, когда чистая тактика, стратегия вдруг сменяется чистой тактикой. В этом матче вы имеете? Да, в этом матче. Может быть, да, может быть. Это, ну, хотя я не знаю. Из Израиля, как-то я смотрел, это все выглядело как чисто позиционная игра. Издали из Израиля, это все выглядит по-другому, да? Да, да, да. А здесь это вдруг такая жаркая тактика. Так, что тут они последовала серия ходов уже, король бетаж-7, видимо. Мы пока не видим. Да, король бетаж-7, ладья бет-d6, ладья бет-c1, это все форсировано. Опять-таки, вот если была бы форточка, белые могли бы король h2 здесь пойти. Что, наверное, давало... Да, было бы, конечно. То есть, мне все-таки, мое мнение, что Борис Гельфанд все-таки поторопился здесь. И, ну, хотя шансы на выигрыш, наверное, не шуточные остаются у него. Позиция приобретает совсем технический характер, в общем-то. Что белые это всем идет игра, в общем-то, на два результата. Но она и так шла, по большому-то счету, да. Не знаю. Но если он выиграет, Гельфанд, так мы скажем, что он поверил в себя, в свою технику, в свое умение реализовывать такой перевес. А как бы вы играли на его месте? Вот я вот... Не пошли бы на этот вариант? Вот здесь мы с Сашей раз обсуждали. Ход А3 один интересный, а второй ход интересный, я предложил А3. Профилактический ход такой, который не бросается, в общем-то, в голову. Чтобы ограничить ферзя? Да, это снова мы покажем и вам, и заодно нашим слушателям. Да. Ферзь бета 3, слон H7 тогда. Нет, это понятно. А ферзь b4 не пустить все-таки. Ну, так я понимаю, ограничить. Ну, да, профилактика чистой воды. Угу. И черным было бы неприятно чисто психологически еще, мне кажется, играть, да? Ну, хотя, может быть, все это, вы понимаете, да, все это, конечно, хорошо. Вот эта позиция, если черным не удастся спасти, то мы, конечно, восхитимся тем, что Гельфанд проявил смелость, поверил в свое умение реализовывать вот такой вот перевес материального, небольшого, надо сказать. Перевес минимальный. То есть у белых что сейчас? Ферзь, заладью, коня и пешку. Да. Небольшой, в общем-то, по шкале ценности, это небольшой перевес, там, в пол пешки, условно, перевес материальный. Ну, пешка А7 оторвана. Если, да, если они удержат пешку А7, да. Совсем не факт. Да, вот это не факт. Это, ну, я еще раз говорю, черные могли бы отдать какую-то пешку, например, Е6 и поменять пешки А7, вот так. И они бы, если бы не было пешек А7, их бы устроили еще пешку одну свою отдать. Тогда была бы ничья. Все равно была бы ничья. Да.